Ребята, всем доброго дня. В этом обзоре хочу поговорить про еще одну интересную криптоплатформу под названием SpiderPool. Что же из себя представляет данный проект? Итак, это пул майнинга Spider, который помогает принести пользу в будущее. Что интересно, что у них уже есть свое приложение готовое под мобильный майнинг. Вы можете его скачать через App Store, либо через Android. Вот здесь мы видим как раз таки QR-коды. А далее у нас указана вычислительная мощность. Соответственно, таких монет, как эфир, биткоин, тезер и биткоин кэш, BTCH. Далее у нас есть режим наблюдателя, то есть в режиме наблюдателя вы можете просмотреть статусы, что тоже, конечно же, очень и очень удобно. Далее, что хочу еще рассказать вам про особенности SpiderPool, что же отличает именно данный проект. Итак, он уходит корнями в индустрии блокчейна в течение 5 лет, то есть вы можете продолжать накапливать контроль над рисками и опыт обслуживания. Также у них есть обширные ресурсы для майнинга. То есть что это нам дает? Нам дает то, что у них разнонаправленная поддержка горных работ есть, например, поощрение инвестиций в горнодобывающую промышленность. Также компактная и надежная команда. Безусловно, команда это основа любого проекта, и без нее платформа по сути не может быть успешной. Также они, в общем-то, служат мировой экологии горнодобывающих компаний, что тоже очень и очень хорошо. Также мы видим, что у них есть агентство инвестиционное, которое сотрудничает с разными проектами, в частности с Hobby Global. Также у них есть партнерство, кроме Hobby Global, с другими площадками, то есть Hobby Wallet, что вполне логично, также MinerOS, CS Miner, Node Capital, BitWuFu, Power 360 и некоторые другие китайские, например, компании. Также можно пройти регистрацию на данном проекте и, соответственно, после этого участвовать как раз таки во всех преимуществах данного проекта. Что еще тоже важно? Важно, что у них есть, соответственно, VIP-приложение. Тоже хочу показать вам его. Для этого нужно подать заявку на VIP прямо сейчас. И естественно, что если вы хотите узнать больше про SpiderPool, вы можете изучить их социальные сети. Ну вот для примера покажу вам Twitter. Twitter данного проекта, между прочим, существует уже очень давно, с 2014 года, что по меркам криптовалют уже по сути целая вечность. Также, что еще важно, что здесь публикуются последние посты, новости, тоже можно зайти посмотреть, в частности, картинки, которые показывают профит от майнинга. Тоже это, конечно же, имеет большое значение. Советую это все изучить и, собственно говоря, разобраться в данном вопросе. В любом случае, надеюсь, что вам понравился мой обзор. Я хотел сказать про самые главные фишки и особенности данного проекта, и думаю, что это получилось. Всем тогда спасибо за просмотр и до новых встреч.